И всем привет, меня зовут Риц, и мы продолжаем подливать масло в огонь Ром, потому что дома холодно, лето наступает, отопление выключают, а это значит, что надо согреваться. А где не согреться, если Женя в Данганронпе в 6 главе? Перевода нет, сразу скажу, перевода нет, он только у меня в голове ревет. Как кто меня как-то спрашивали недавно в комментариях, откуда у меня перевод взялся? Откуда? Я не знаю, у меня, может, какие-нибудь чипы в голове, которые автоматически переводят текст, по-другому, другого объяснения я не вижу, потому что, ну, его нет, его просто не придумали, точнее, его придумали, но его ничего не выпустили нам, не дали смертным поиграть в него, точнее, в игру поиграть с этим переводом, ну, ладно. Я сам, I'll do it myself, как говорится, поняли, да, на что отсылка? Поняли, надеюсь, поняли? Так. Разобрались мы с этой доской, что там было написано в комнате, как Хичи. А, у Шуичи Сайхары написано Trustworthy. Извините за мой французский. Короче, типа, можешь доверять. Вопросик. Можно ли ему доверять? Надежный ли вот? Надежный, правильно будет сказать. Так, остальные. Надоедливые медведи, странные Киба, понятно. Подозрительные три дамы. И какая-то Мамота подозрительная почему-то. Что там с Миу непонятно, эти стрелочки туда-сюда, Каэда любит Рантара, бла-бла-бла, все понятно. Корики Шингучи замочил двух женщин. Все, в принципе, по канону. Так, ну, Маки Хрукава, как дела? Давно не виделись с тобой. Я проверю здесь чертежи. Я не восстанавливаю тебя от исследования комнаты Кокичи. Точнее, его исследование воли Кокичи, последний воли. Но не трать слишком много времени на это. Так, что он мне дал? Я уже забыл, что он там... не дал, куда он мне дал? Кокичи уже давным-давно не с нами. Так, у нас... А где оно было? Подожди. В коробках, да, вроде что-то было? Что там было еще раз? Дайте мне посмотреть. Несколько коробок с чертежами. Чертежи. Так, какие-то лазерные мечи, эти пушки, все, часть плана Кокичи. Должно быть, он приготовил несколько поддельных чертежей, чтобы скрыть настоящие. Почти невозможно проверить всех. Ага. Чего шанс найти кому-нибудь этих настоящих будет меньше. Что-то важное скрыто там. Так, короче, ладно. Аривидерчи. Я не знаю, почему я не могу посмотреть там, что у него было? Я уже забыл, ё-моё, я уже забыл. А, ну, неважно. Let's go, а куда let's go? Хороший вопрос. Так, ну, само собой на выход, обратно в пик надежды. Какой пик? Боже, у меня уже, так. С этим вашими другими проектами, знаете ли, пик надежды у меня просто на уме этот вертится на языке. Кто дальше-то пойдем? Я просто не знаю, куда можно пойти. Мы, в принципе, отсюда начали. Скорее всего, нам обратно в школьное здание. Так, в послании Кокичи говорилось, что есть второе сообщение на стене рядом с бойлером. А, окей, спасибо. Спасибо, Шуичи. Надо пойти к бойлеру. Второе сообщение. Последние слова Кокичи. Его воля. Что-то он хотел нам оставить. О! Это что такое? Это скрытый Монокума! Ну-ка, как тебя поймать? Оп! Ловись. Ловись, Монокум большой, ловись, Монокум маленький. Отлично. Не знаю, зачем они нам уже все-таки... Глава 6. Конец. Конец уже. Школа разрушается. Нечего здесь больше делать. Надо валить отсюда. Подожди, куда валить? Хороший вопрос. Куда валить? Так, стена рядом с бойлером. Где это может быть? Возможно, это просто еще один пранк. Кокичи нас пранканул опять. А, что можем здесь исследовать? Ага, что это написано? А, где-то здесь? Эта зона вроде как была покрыта травой раньше. Но теперь травы совершенно... Никакой травы здесь нет. Не должно быть тяжело найти. Я громко вздохнул, когда увидел это. Близнецы Б. А тут, кстати, уже... Близнецы Б? Тут уже переведено текстурки, ё-моё. Это второе сообщение?
Что это вообще, в принципе, может значить? Если это было написано как Ичи, как другое сообщение, а их надо читать вместе? В таком случае, как я и думал, это сообщение не полное. Два загадочных сообщения. Этот мир мой, как Ичи Ома. А что было изначально написано на первом сообщении? Но если оно не полное, что Кокичи пытается нам сказать этим? Ой, ай, голова моя! А, снова? Что такое, дружище? Ай! Флэшбэк! Семья! Так, секундочку. Подождите, тормозите, кто это? Кто это справа? Стоп. Подождите. Я не знаю, у него кепка, он это, как это, такой кепки не существует, не бывает такой кепки. Берите эту кепку. Но, что более важно, что находится справа? Шуичи Сайхара. Ты вернул свою память о своем абсолютном таланте, видимо. Да. Как директор Академии Пик Надежды, я хочу спросить тебя. Пожалуйста, скооперируйся с проектом Гофер. Я... Мне и правда как-то не очень от всего этого. Я знаю, как сильно вы хотели все от этого сбежать, даже если это означало отбросить свои абсолюты. Те из вас, кто собирался жить таким образом, могут быть настоящими жертвами. Но единственные, кто... могут участвовать в этом проекте, это 16 человек, которые не были заражены. Судьба человечества лежит на ваших плечах. Судьба человечества? Но в чем смысл? Даже если эта невероятная миссия будет успешной, и мы все выживем. В чем смысл? Зачем так сильно стараться, чтобы сохранить человечество? Я не понимаю, точнее, остатки человечества последние. Возможно, вы создадите этот смысл. А? Это правда, что ситуация, в которой вы находитесь, довольно сурова. Настолько сурова, что вы, наверное, думаете, что лучше просто умереть. Но я все еще хочу, чтобы вы все выжили. Для тех из вас, кто хочет жить, но не может. Для тех из нас, кто хочет жить, но не может. Вы 16 человек можете жить здесь. Я переврал немного. Вы 16 людей, которые будут жить здесь, есть надежда. Сама надежда. Так что, пожалуйста, я не хочу, чтобы вы предавали эту надежду. Я хочу, чтобы вы поддерживали жизнь надежды дальше. Че это вы? И что? Что это за... Почему не показали антенну сверху, я не понимаю. Это... Что это? А, моя голова. Я снова кое-что вспомнил. Мы были в пике надежды, и мы участвовали в проекте Гофер. И в тот момент я услышал что-то, ползающее вокруг... разрушающееся вокруг меня. Сверху меня. Так... Так беги, чё стоишь? Чё стоишь там? Шуичи Сайхара, беги. Ну окей, всё поломалось. И чё дальше? Всё поломалось, ну и что? И близнецы пропали? Или чё это такое? Киба! Ай! Киба, чё такое? Шуичи, что не так? Ты в порядке? Киба... Да, я в порядке. Мне жаль, меня внезапно осенило флешбеком и... А, ты тоже вспомнил Киба? Да, мы были в пике надежды, и вот-вот подписывались на проект Гофер. О чем он такому думает, заставляет нас вспомнить это именно сейчас? Возможно, пытается заставить нас почувствовать отчаяние снова. Отчаяние? Нет, ну эти воспоминания. Кто теперь нас пытается, не знаю, вразумить? Так что ты говоришь?
Кажется, что Киба получил очень много урона, но он в порядке? Ну, я не знаю, ты в порядке, Киба? Ты, видимо, получил много урона, ты в порядке? Как проходит твое расследование? Ты сможешь закончить по-своему убийственную игру? А, ну, все проходит нормально, я просто только начал. Еще много зон в этой академии, которые мы не расследовали. Зоны, которые вы не можете расследовать. В лабораторию Ронтара нельзя попасть, но благодаря этому безумному правилу Монокумы. Верно, я тоже об этом думал. Есть только был способ, чтобы мы туда смогли попасть. Я помогу вам. Поможешь мне? Уничтожив дверь в его исследовательскую лабораторию, ты сможешь зайти в нее. Если бы ты это сделал, ты был бы очень полезным. Тогда, пожалуйста, отправляйся в его лабораторию, и я встречу тебя там. Но будь осторожен. Монокома будет следовать за вами, чтобы мешать вашему расследованию. Экзисалы, возможно, не сразу убьют вас, но они определенно остановят вас. Попробуют остановить вас, верно? Если ситуация станет опасной, позови меня, и я справлюсь с экзисалами. Ты поможешь мне, Киба? Я не твой враг, поэтому я помогаю тебе своим расследованием. Но только до тех пор, пока лимит не будет исчерпан до рассвета. Опа! Полетел! Оп-щу! Только до конца временного лимита. Я полагаю, что он настроен серьезно, чтобы уничтожить эту академию. Все же, ты изменился, Киба. Это потому что из-за этой ситуации, или потому что ты не можешь слышать свой внутренний голос? Прямо сейчас мне нужно сфокусироваться на Ронтаро. Он умер перед тем, как раскрыл свой абсолютный талант, но кажется, что он знал гораздо больше, чем мы. Ронтаро, маме! Эй, у меня есть вопрос. Это может быть прозвучит немного странно, но... Термин «абсолютная охота» знаком кому-нибудь? Перед тем, как мы еще вспомнили это событие, он уже знал об абсолютной охоте. Но почему? Могут быть подсказки где-то, которые приведут нас к Бастербайду, кукловоду, манипулятору. Я сделаю все, что в моих силах. Я не буду сдаваться. Я не сдам надежду. Я продолжу ее жизнь поддерживать. И для этого мне необходимо попасть в лабораторию Ронтаро. Поздравляем, вы открыли оружие Киба. Замечательно. Окей. А как оно работает? На какую кнопку нажимать надо? Подожди. На какую... Ладно, уходим отсюда. Лаборатория Ронтаро. Сейчас я раз и навсегда... Подожди, как это работает? Ладно, не важно. Сейчас я узнаю. Надеюсь, я узнаю его настоящий... А тут что? Талант. Надеюсь, я... Потому что это такая нашумевшая тема уже. Я просто... Я не знаю. Я удивлюсь или не удивлюсь уже? Тому, какой у него талант. Сейчас посмотрим. Так, тут тоже завал? Или тут нельзя расчехлить? Разбросать этот завал? Так, Киба дерется. Нам надо идти на пятый этаж? Или какой там этаж был? Ух, ну, как говорится, с Богом. Так. Извините, что прерываю, но есть информация, которую вам надо знать. Нажимайте левую кнопку мыши, когда рядом с экзисалом, чтобы попросить Киба помощи. Кибо! Помоги мне, Киба! Опа. Давай. Вали отсюда. Вот так вот просто, да? Так, у меня есть... У меня нет дружбы. А, подожди, что делать? Стоп. А куда... Я не могу пойти в лабораторию Ронтаро, стоп. Я не могу пойти... А, ну, видимо, сюда мне надо идти, да? Хорошо. А не, стоп, подожди, как раз... Не-не-не, все правильно, все правильно. Так, блин, ё-моё. Как раз-таки здесь путь на... Следующий этаж, да-да-да, все верно. Ага. Все правильно.
Ронтаро, я иду к тебе, даже если ты больше не с нами. Ронтаро, я иду. А что если он... Что если Ронтаро мастер-майнд? Что если он еще все еще жив? Что если... Так, куда мне тут? Сюда? Хорошо. Блин, какой же тернистый путь нас ожидает впереди. Лаборатория Маки. Четвертый. Ой, самый страшный этаж сейчас будет. Нет. Я боюсь от этого этажа. Сюда нельзя пройти. Так. Ой, what the hell? Типа, помоги мне. Хорошо. Едем дальше. Едем, едем. Корекио Шингучи. Бедный, бедный парень. Ладно, на самом деле, никакой он не бедный. Он убийца. Он убийца. И неоднократный, даже не двукратный убийца. Я не знаю, сколько там... Я не помню, он убил уже всех, кого надо было или нет. Так, я вижу Мишку, Мономишку. Я вижу Мономишку. Тормози, мужик. Как тебе, ё-моё, камера. Скрытый Монокума. Так, где она? Кстати, статуи уничтожились. Вот это да. А, какую сторону? Ох, я прям, знаете, там... Вот знаете, вот, не знаю, что интересно, что было... В чем было больше интриги? В истории Кокичи, в его, точнее, ну, предыстории, в его жизни обыкновенной, либо же в истории Ронтаро. Стоп, я вижу... Это оно? Так, да, это моя лаборатория, наша. Так. Подожди, что это такое? Я вижу ножи, какие-то палки с гвоздями. Тесак. Подожди, что? Какой у... What the hell? А что это? Это нормально? Он... У нас уже есть абсолютный убийца. Ну или... Он абсолютный маньяк, я не знаю. Лаборатория Ронтаро, если Киба уничтожит эту дверь. Опа, полетел. Ну-ка, дружок, помогай нам. Катсцены, бюджет, бюджет. Жух. Если только Киба был с таким самого начала, хотя игры, наверное, в принципе, не было. Спасибо за ожидание. Это было довольно чертовски крутое вступление. Вот. Я уничтожу эту дверь. Пожалуйста, отойди, Шуичи. Окей. Давай. Ну, я оставлю все на тебя остальное. Ой, подожди. Если ты еще куда-нибудь не сможешь попасть, пожалуйста, позови меня. Я уничтожу любой вход, как только что сделал для тебя. Давай. И как прям как он появился, так же он и исчез. Куда угодно, куда мне нужно будет попасть. Если я могу попасть куда угодно с помощью Киба, это значит, что я могу попасть туда тоже. Я... А, в ту, в этой библиотеку, что ли? Кстати, да. Кстати, да. Я вообще про нее забыл уже. Если он про нее говорит, куда еще, в принципе, мы не могли попасть. Нет, сначала... Первым будет Ронтаро. Мне нужно исследовать его лабораторию. Ну, давайте, исследуем лабораторию Ронтаро. Тут темно и страшно, и дверь страшная была. What the hell? Я, наконец-то, здесь. Так, это лаборатория Ронтаро. Чего? Там какие-то мечи? Круглый стол? Абсолютный рыцарь? Чё? Его... Ну что это такая за комната? Она такая-то пугающая. Какой у него был талант? Я думал, что я пойму, когда я зайду сюда. Химика, здорово. Я совсем не понимаю. Химика? Это взрыв был, который... Это взрыв был звуком... Ты что ли взорвал эту дверь и от этого произошел такой звук взрывной?
А, это был я, это был Кибан. Ну, что это вообще за место? Тут какая-то ужасная атмосфера. Похоже, какая-то комната загадок. Так он, может быть, был королем, абсолютным королем тестов? И он получил этот талант, выигрывая всякие телешоу? А я не уверен, мы должны сначала исследовать. Тогда я помогу тебе. Возрадуйся, легендарный маг будет твоим напарником. А, да, это... Теперь мне от этого стало легче. Да, мне очень стало легко. Чё это за фигня такая? Тут, ну, первым делом, наверное, ноутбук, хотя... Это типа какая-то, может быть, головоломка тоже будет? Бэя. Ну, окей, ноутбук. Ноутбук, что там на ноутбуке? А, ноутбук? О, это выглядит многообещающе. Моя магия говорит, что это очень важно. Там может быть подсказка, мне нужно проверить. Похоже, что он все еще работает, я могу посмотреть, что внутри. М? В чем дело? Он пуст. Пуст? Что ты имеешь в виду? В нем никакой информации вообще нет. Что? Зачем сюда засовывать ноутбук, если там ничего даже нет интересного? Похоже, что в этом и дело. Нет, но моя магия на что-то среагировала. Там должно быть что-то, давайте проверим ее лучше. Проверить лучше? Что это вообще за разговор про магию? Подожди. Как? Да, серьезно? Ничего? What the hell? What the hell? Так, ну тогда вот это вот. Гигантское хранилище. Лаборатория Рантара. Это хранилище, но не выглядит как нормальное, обычное хранилище. Дверь этого хранилища выглядит как головоломка. Похоже, что какие-то два круга. А, написано подсказка где-то в этой академии. Круг справа обозначен буквой А. И на ней всякие китайские животные изображены. Налево написано буква Б и всякие знаки зодиака. Если мы установим эти круги на правильные вещи, хранилище откроется. Есть что-то написано по поводу подсказки где-то в академии. Не? Там была где-то подсказка? Ну, нам не надо так сильно думать об этом. Нам нужно просто пробовать каждую комбинацию. Если там есть 12 комбинаций животных и 12 знаков зодиака, тогда мы просто должны умножить 12 на 12. Это 144 комбинации. Слишком много, чтобы проверять наугад. Тогда ты знаешь ответ? Потому что я не понимаю совсем. Подожди минуту, дай мне подумать. На кругах есть буквы А и Б. На одном китайские зодиаки, бла-бла-бла, животные, крысы там, свиньи и так далее. На другом знаки зодиака. И подсказка... Стоп, близнецы! Близнецы Б там было? И подсказка где-то в этой академии? Я уверен, что смогу решить это. Шуичи, я знаю, что ты накричал тебя только что, но... Спроси меня, если ты застрянешь. Да, спасибо. Мне нет времени, нужно постараться. Я должен исследовать эти круги. Если я не могу разобраться, мне нужно спросить химика. Так я знаю, сама ничего не знаю. Ой, тема заиграла. Слышите? Близнецы Б, подожди. Так, хорошо. Близнецы... вот они, близнецы. А справа что было? Подожди, что было на этом камне? Я... По-моему, там лошадь была, да? В самом начале, лошадь А, это же она, правильно? Ну, по идее, если я все правильно помню, ну-ка. Опа, окей, да. Все правильно, там была лошадь. Я вспомнил. Yes, она открылась. Я не знаю, как она открылась, но что это вообще все значит? Подсказка в академии должно быть сообщение, которое написал Кокичи.
Это была подсказка этому хранилищу. Оригинальное сообщение было стерто, на нем был написан новый текст. Лошадь А, все верно. Когда Гонта впервые ее увидел, там было просто лошадь А. Кокичи добавил следующие слова. Но это было просто отвлечение внимания. Диверсия. Да, я понял. Лошадь А была на самом деле полноценной подсказкой. О, так на круге А должна была быть лошадь. Да, на этом на А была лошадь, другая была в саду. Спасибо за объяснение, мы буквально только что там были. На объясни Б, понятно. Да, молодец, гений Шуичи. Не, так вот что это значило. Благодаря твоей дедукции, все теперь прояснилось. Но зачем Кокичи все это сделал, написал этот текст? Он пытался казаться организатором этой игры. Ему необходимо было, чтобы мы в это поверили. Он пытался быть мастермайндом. Не, доставлял вам проблемы даже после того, как он умер. Он такой досранец. Давай посмотрим, что же в хранилище. Было довольно тяжело попасть сюда, значит, там должна быть какая-то очень важная улика внутри. Я начинаю нервничать. Нормально, если я сейчас приводу? Тебя что, тошнит, когда ты нервничаешь? Так, что там такое? Эй, куда ты ушел? Что там лежит? Я посмотрел в открытое хранилище и нашел... USB-флешка. Значит, моноком означает, что там что-то есть, но как мы проверим, что внутри находится? Ну, ноутбук, да. Я думаю, что использовать можно ту штуку, да. Ту единственную штуку, которую мы еще можем исследовать. Что же, интересно, мы можем использовать в этой комнате? Похоже, он все еще работает, да-да-да. Если сунуть сюда USB-шку, я должен буду смочь проверить информацию. Я взял USB из сейфа и засунул его в ноутбук. Я нашел один единственный файл. Видео? Я открыл видеофайл и... Опа, Лантара на маме. Блин, вот его голос, ну как они могли его просто убить в самом начале, я не понимаю. У него сейчас такой... актер озвучки, блин, клевый. А его просто убили. У него вот та буквально фраза была, и там мелкие фразочки вот эти были, которые когда он там говорил, когда на него тыкаешь и так далее. Эй, привет, мне кажется, ну я думаю, что мне не стоит представляться тебе, да? А? Какое удивление. Удивившись, я вздохнул и остановил видео, не думая. Что это такое? Это был Рантара, верно? Или это его брат-близнец? Скрытый Рантара Амами, который находится в этой академии. Остерегайся его. Он, должно быть, записал это перед тем, как он умер. Нет, это не может, такого не может быть. Видео было определенно записано в его лаборатории. Но мы смогли попасть сюда только сейчас. Она должна была открыться после дела Гонты, но из-за того, что Рантара уже был мертв, она была навсегда закрыта. Но благодаря Киба мы смогли попасть внутрь. Зная все это, как Рантара мог записать это видео в этой комнате? Может быть так, но нам, может быть, стоит проверить сначала видео? А, да, верно. Я включил снова ноутбук и дрожащей рукой включил видео. Так, чё Рантара маме ты от меня хочешь? Я понимаю, что, наверное, довольно странно видеть себя вот так вот. Себя? Он... Себя? Йор... Наверное, не стоит начать с самого начала. Он записывает видео сам себе? На будущее? Ну, с самого начала я — это ты. Никаких трюков, никаких актеров — это ты. Причина, по которой ты не помнишь записи этого видео, потому что твоя память была стерта. Думаю об этом видео как о сообщении Трантара... До того, как ты потерял память. А Рантара...
сообщение Рантара, который потерял свою память. Тогда перейдем к делу. Причина, по которой я записал это видео. Я выиграл одну особенность за участие в этой убийственной игре. Часть особенности это видеосообщение. Монокума сказал, что он сделает из этого какую-то головоломку для тебя. Но тот факт, что ты уже смотришь это видео, значит, что ты уже это все решил. Да, да. Только я не Рантара Амами, конечно, хотелось бы быть Рантара Амами, но это не я. И так что ты не можешь ни с кем этим видео поделиться. Если ты увидишь, как Монокума разгоняет всех от тебя подальше, это тому причина. Есть также другая часть этой особенности, то, что ты получишь в начале этой игры. Я думаю, ты уже знаешь, о чем я говорю, верно? То, что ты получил с самого начала. Теперь я думал, что ты будешь умен, и ты смог бы остановить убийственную игру. Но если смотришь это, очевидно, что это не сработало. Жизнь никогда не бывает легкой, верно? Ну, собственно, в этом и особенность. Кроме этого, ты такой же, как все остальные. Ты заходишь туда, они стирают твою память, и ты начинаешь убийство. Вот в чем и смысл. Теперь, Монокума, наверное, уже говорил тебе это, но на всякий случай. Эта убийственная игра продолжится до тех пор, пока не останется два человека. Теперь, самая важная часть этого правила это... Ой-ой. Кажется, не хотели, чтобы я это говорил, а? Ну, я думаю, что тебе придется решить эту маленькую загадку, но в конце концов ты умен, я знаю, что ты сможешь сделать это, да, если себя не похвалишь, никто не похвалит. А, да, и еще есть кое-что. По правде говоря, это не первая твоя убийственная игра. Вот так вот? Хорошо. Абсолютный выживший, ладно. Хорошо. Абсолютный выживший. Ты выжил в прошлой убийственной игре. Хорошо. Выживший, да? Хорошо. И какая же вся ирония? Ирония в этом как раз таки таланте, что его убивают первым. Это нормально? Ну, в принципе, на самом деле, выжить можно по-разному, знаете ли. Выжить можно по-разному, наверное, правильно? Все-таки, ну, можно ничего не делать всю игру, и ты до конца, вот, допустим, быть друзьяшками с кем-нибудь. Ну, я знаю, это все работает, как люди выживают на убийственных играх. Вот. Типа, это еще ничего не означает. То, что он выжил, ему дали вот этот титул. Но значит, что убийственная игра предыдущая... Какая предыдущая убийственная игра? То есть... После предыдущих игр были еще игры? После тех самых, которая первая была убийственная игра, потом на острове. Ну это как бы не... Подожди. Какая последняя убийственная игра? Это выделено оранжевым шрифтом. Оранжевым цветом, желтым цветом, неважно. Ты выжил в прошлой убийственной игре. В прошлой. И поэтому ты получил особенность выжившего. Хорошо. Но это тебе не просто веселье игры.
Любой, кто узнает о том, кто ты есть, придет за тобой. Так что смотри, смотри, оборачивайся, никому не доверяй. И никогда не забывай. Ты хотел эту убийственную игру, так что тебе нужно выиграть, несмотря ни на что. Ну смотри, он говорит ему о том, что он должен остановить убийственную игру. То есть, как раз таки, наверное, он не захотел просто вернуться обратно в нее и типа пойти кого-нибудь убивать, правильно? Он хотел как раз таки ее остановить. Ё-моё. Ё-моё. Ой-ой-ой. Несмотря ни на что. Видео сообщение Рантару о маме. Вот это да. Что это? Это не первая убийственная игра? Убийственная игра, которую он хотел? Шучишь, что все это значит? Кто был такой Рантару о маме? Он говорил, что выжил в прошлой убийственной игре, и это было видео частью его особенности выжившего. Он был абсолютно выжившим и эксперт в смертельных играх. Стоп, подожди. Абсолютно выжившего дают же, по идее, любому, кто просто выживет, правильно? Нет, стоп, как? Я не понимаю, стоп. А кем он был до этого? Или он изначально был абсолютно выжившим? Стоп, теперь я запутался немного. А он был абсолютно выживший с самого начала? Ну нет, нет. Тогда у них не было талантов? Или ему, типа, этот талант выше, чем у него предыдущий талант? Как работает, если у него два таланта, допустим? Я ничего не понимаю. Тогда почему он умер так быстро? Помнишь, что он говорил? Химика, в этом вся ирония, понимаешь? В этом вся ирония, что... Хотя, ну да. Ну да, в первой игре он не был абсолютно выжившим. Не в первой, а предыдущей. Бог знает, сколько этих игр, получается, еще было. Ох, ё-моё. Любовь, ты знаешь, тебе придёт за тобой. Почему? Придёт за тобой просить совета, я не знаю, разве что. Типа, если они узнают, что он абсолютно выживший, как они могут его убить? Правильно? Как они могут его убить, если он абсолютно выживший? Он выживет. Хотя, учитывая то, что он умер первым, это нифига не работает. Талант — это просто на словах. Тот, кто придет за ним, он говорил Каэде? Я... Нет, она не знала о личности Рантара. Она думала, что он был мастермайндом. Тогда... Кто знал настоящую личность Рантара? Наверное, настоящий мастермайнд знал бы. Другими словами, мастермайнд, спрятанный в этой... прячущийся в этой академии, подставил... сделал все так, чтобы Рантара умер? А я так думаю. Пока что... И он говорит, что он хотел этой убийственной игры. Почему он хотел этого? Если он не сделал такой тупой вещи, и он, наверное, бы не был убит. Еще одна убийственная игра. Почему он вообще участвовал изначально? И что была за другая убийственная игра? Потому что убийственная игра это... Есть было еще кое-что. Рантара говорил про особенность выжившего. Что у него есть еще какая-то часть, верно? Что это за другая часть? Он говорил, что у него было это с самого начала игры. Но когда мы нашли его тело... Рантара меняет... Все, что у него было на нем, это ключи от его комнаты и монопад. И этот монопад был тем же студенческим дневником, который был у нас. Тогда он все еще может быть в его общежитии, в комнате. Да, может быть. Я никогда не представлял, что Рантара, первая жертва, снова всплывет вот так. Ай, так еще флешбеки! Ай, снова происходит флешбек! Ну, давай посмотрим. Вау. Ничего себе, столько получается информации новой. Были до этого убийственные игры. Убийственные игры, Рантара в ней участвовал, вот так. Одноклассник? Вы кто, ребята? Кто такие? Я вас не звал. Это что, персонажи Данганронпа V4? Йоу, Шуичи, я слышал, ты наконец-то будешь участвовать в проекте Гофер. А, это... Ты в порядке? Ты точно не переусердствуешь? Это ты тут переусердствуешь? Ты должен отдыхать дома. Ты знаешь, я не могу этого сделать. Я не знаю, сколько я смогу еще ходить в школу.
Мне не станет лучше, если я буду отдыхать в любом случае. Академик Надежды усердно работает, чтобы создать антивирус. Даже если неправда найдут лечение, метеориты все равно будут проблемой для нас. Эй, не будь таким грустным. Ты же скоро пойдешь, отправишься в приключения, верно? А теперь, когда я об этом думаю, 16 парней и девчонок будут на космическом корабле вместе. Ну что, вы будете делать это? О чем вы говорите, ребята? Поздравляю, Шуичи. Я слышу, там будут какие-то горячие девчонки. Я говорю, не выглядит таким грустным. Я не знаю, смогу ли я выдержать это. Мне придется оставить всех позади. Тебе нужно идти, я умоляю тебя. А? Шуичи, это наша гордость, понимаешь? Да, тебе нужно сделать это для нас. Мы оставляемся тебе. Если станет слишком тяжело, тогда вспомни про все веселье, которое у нас было вместе. Так что не сдавайся. Ты наша надежда. Я ваша... А, мое сердце. А, это воспоминание. Почему мне надо было вспомнить своих друзей теперь? Это дело рук Монокумы, он... заставил вас вспомнить это. Ну, зачем? Зачем заставлять нас вспоминать это? Эта память не причина отчаяния. Мерно, мы не можем сдаваться. Я обещала, что я буду стараться изо всех сил для них. Для них. Так что не может, ни за что не сдамся. Юйка! Мы будем искать другую часть особенностей выжившего Ронтара, верно? Оставь это мне. Не, я проверю каждый уголок этой комнаты. С моей магией, конечно же. Удачи тебе в этом. Тяжело дыша, химика убежала. Что все это значит? Что является ложью, а что правдой? Опа. Ух, ребята, сколько всего мы нового узнали. Ронтара абсолютный выжиж, все-таки подтвердились опасения. Я уже наслышан был об этом, но... Конечно, не прямым текстом говорили, что он абсолютный выжиж, но так или иначе... Разными от разных источников я слышал и то, и другое, и разные таланты абсолютные, но теперь это все подтвердилось. Я теперь знаю талант Ронтара официально. Абсолютный выживший. Все-таки, да. Иронично, абсолютно выживший погибает абсолютно первым. Абсолютно лоховской смертью какой-то, я не знаю. Просто вот так вот. Ладно, что ж. Подлил немножко масла в огонь. На этом я закончу. Спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставьте ваши комментарии. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Наш сервер Дискорд. И до скорой всем встречи. Пока.